Конечно, спала. Ой, хорошо, молодец. Подергай, подергай, подергай. Оп, хорошо, молодец, не отпускай. Кто это у вас? Ну ты пошел. О, молодец, давай. Леша, ну пошел. Подергай, подергай больше ручку. Ему 19 лет. Он представляет Азиатский центр «Аркадионского». Когда мы все расходим? Отдай заявится под руководством заслуженного тренера Ильича Асенова. Что ты говоришь, что там? Не пили. В чем дело? Довольно, довольно, довольно. Снимается или нет? Не пили. В чем дело? Больше какой-то больше выберем. Первым. Давай, молодец! Молодчинка, Лёшка! Вот это. Тренер приглашает. Знаете, опять.
Ничего? А тут мальчик? Алло. Он его. А медленно. No, 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 давай, давай, ближе к нему. Давай, давай! Да, да. Буду. Что я? Видишь, это хорошо. Ты не можешь быть, ну, там что-то нужно, а ты можешь, что ли? Смотрите, что снимай, Рома. А? Кеша аккуратненько работает, да? Не-не. Боится, что ли? Не надо бояться, надо работать. Ребята? А? Пропускает маленько, конечно. Thank you.
чуть-чуть. Второй парень Казахстана, да? А? Денис, это, Денис. Казах, да, парень, да, с ним? Казах хороший. Ну, Аркадий, послушай, у нас тут два раза сидим номер. Потом вес. Кеша опасается, опасается немножко. Хороший боксер. Четвертую пару судей третий вопрос. Судей сбоку. Гид, Попов, Тартенов. Удар ногой. Может быть, попал. Нанести нам. Потушируй, говорит, мать. Ничего себе. Я что-то не это. Ветер идет, но тем нет. Ждет долго. Пауза большая. Рыхель такой большой, за него ничего не видно. Рыхель хороший человек. А? Нормальный человек. Ну, немножко это казаха там, где-то мы все равно здесь. Вот их поддерживает. Только станки вниз профи. Он чемпион.
1986 года, ему 21 год. Постоянно тренируется под руководством заслуженного тренера Александра Войнова. Все, СНГ 95-го года в Киеве. Постоянно тренируется под руководством
мастера спорта Александра Гиб. Единогласным решением судей победу присуждается Женишу Сатаргулову, Кыргызстан. На этом дневная программа в ринге ПЭК закончена. Жанр там прыгает, да?
Да. Говорит, для тебя снимается, поэтому там. Да, для себя. Она на телевизоре, она без кашкана. Какой твой? Синюга. Леша, ручку добавляю. Леша. Желашка не мешает перед машиной? А? Желашка не мешает перед машиной? Нет. Работает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
пути России. Николай является чемпионом Азии. Единогласным решением судей в этом бою победа одержала представительница Казахстана. Таня, ногой жестче! Вот! Жестче ногой!
Жёстче! Оля, работа сама! Таня, жёстче ногой! Ну там работа! Оля, встречай! Считай! Считай! Жёстче, Таня! Руками работай! Руками, руками, Оля! Таня, ногой жёстче! Ногой! Левый ногой встречаюсь! Считай! Жёстче! Таня, жёстче! Thank you.
А вообще? Что буду? Спасибо.
Давай, 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 давай!
Hello!
для контакта 22 19 36. Thank you.
Второй кассеты нет? Вот это 85? 75 уже я не это. Это 81. 75 хорошо. Yeah.
Thank you.
Кинооператором, что ли? Том, что он кузарт посянчина. Вот так. Не рассуя там, мало ли, что же. Если на колени не цепить, да? Да. Да, да, да. Андрюхтер, там что-то там сагбрук сагбрук. Да, да, да. Тумшок тут мели. Из ручки. Считай, считать надо. Это у них голова. Я офигеть. Да, попал. Да вообще, где же команды? Бада! Держит. Да вообще у них башка, блин. Один на один будет, да? Второй раунд выиграл. Руки вот так, хорошо. Молодец. Молодец, Денис. Денис, внимательней. Внимательней. Денис, внимательней! Убрать судьи! Вот здесь солнечный! Нашелся судья без солнечный! Внимательней! Мыло судью! Без солнечный судья! Первой рукой! Судья! Продолжение следует...
Сантом сухо. Солнечный судья, мало судью. Откуда начали такого дурака? Там заработал. Дай судья. Судья, дай по голове. Тихо. Не надо падать, тяжелее. Thank you.
Сужина пропускал. Враги, подскажи ему, подскажи! Враги, подскажи, подскажи, пусть бьет! Держит, держит. Красный держит.